Друзья, всем привет! Наконец-то пришло время, когда мы будем продолжать делать ремонт. Для этого у меня уже все есть. Я купил цемент, щебень. Ну, вы видели это. Вот этот щебень сейчас в мешках я занес для того, чтобы ускорить работу. И уже вынес дверь отсюда. Вот коробка и дверь брал. Сегодня планирую вот эту часть расчистить и будем закладывать кирпичом. Расчистил я площадочку и сейчас буду ложить гидроизоляцию и выкладывать столбик. Так как мы здесь решили, этот дверной проем у нас будет где-то 900 размером, поэтому часть с этой стороны нужно будет заложить. Будем укладывать колонну. И мы пришли, долго думали, конечно, пришли к такому выводу, такому решению. Здесь мы выкладываем колонну до уровня подоконника вот этого вот окна справа. А дальше мы подпираем всю верхнюю часть каким-то образом, пока я ничего не решил как, но буду делать. И будем разбирать всю вот эту колонну и выстраивать новую кирпичную, более узкую, вот как вот по вот этот кирпичик под этот камень. Вот так идти. Но она будет кирпичная. Это позволит нам расширить оконный проем, сделать его больше. Потому что вот здесь может быть потеря устойчивости этой колонны. Она может развалиться из-за нагрузки. И решили, будем делать кирпичную, выкладывать. Ну а дальше, соответственно, сверху разберем. Там еще в том месте перемычка гнилая. Из этого тоже нужно делать такую серьезную перестройку. Пока что нельзя. Ну вот, я выложил сколько, насколько хватило раствора, я сделал всего один замес, дальше делать не буду, потому что планов на сегодня у меня очень много, сейчас буду переходить к штукатурке, поэтому там немножко другая пропорция, а со стеной пока все остается, застывает, и потом дальше будем продолжать оббивать здесь штукатурку, подпирать, ну, это уже в следующих видео. Ну вот, перехожу сейчас к заливке пола. Ну, полосочку вот эту хочу залить. Сделал один замес, залью, посмотрим, хватит сил, залью еще дальше. Может, как раз долью до конца этой полосы. Надеюсь, что сегодня это сделаю. Вы увидите через пару секунд или минут, а я узнаю только через пару часов. Немножко подштукатурил стенку, вот здесь заштукатурил, так что здесь я уже становиться не буду, поэтому я вполне могу вот эту часть залить. Так. Первым делом выставим сейчас трубы вот эти, зафиксируем. Практически так, как надо.
Ну все, суббота закончилась. Уработал 3 мешка цемента. Вон, собрал немножко колонну. Начал собирать. Вот это поднялся до того уровня. Дальше будем подпирать вверх и разбирать вот это вот каменное. Но это пока станет, пока будет застывать. Ну, в общем, отложится эта работа. Там, кстати, стена тоже завалена в сторону, не по уровню. Поэтому будем перекладывать. Кирпич вот. Это кирпич идет вход, тот, который я с сараев поразбирал, вот, позаносил. Ну вот, хоть покупать не надо. И сделал наброс. Там подштукатурил. И так как подштукатурил там, здесь у меня место это освободилось. И есть цемент, есть песок, есть щебень. И я залил. Залил вот эту площадочку. Теперь эта площадочка застынет. И я сюда смогу выносить вещи со спальни и в любой момент штукатурить спальню. Завтра воскресенье будет, надо же хозяйством немножко заниматься, но я буду заниматься еще и стройкой. Возьму, не знаю что, скорее всего здесь еще кусочек снизу подолью какой-то, ну, может быть там на один мешочек два замеса сделаю и залью. И доштукатурить хочу. Хочу вот так, потому что у меня здесь вот бетон мешался, там остался какой-то щебень. Я не хочу это вымывать, хорошо вычищать, а потом уже замешивать штукатурный раствор. Ну, посмотрим вообще завтра. Может, я и вычищу. Ну, как-то так вот прошел у меня вот этот день. Ну, я сделал то, что я хотел. Ну, как, большую часть. Хотел сделать, конечно, больше. Хотел заштукатурить эту стену. Не получилось, буду завтра доштукатуривать ее. Ну теперь самое главное, вот у меня вот эта площадочка есть, это меня радует. Теперь у меня есть куда в дальнейшем ставить там мешочки там, с цементом, песок, всякие другие вещи. Ну, и вот это вот нужно будет перекладывать, ну, в сторону переставлять. А для этого надо было как-то что-то жить с полами. И вот эта вот куча, что в углу. Она постепенно уходит. Я выбираю отсюда песок. Это как раз речной, который идет для замешивания раствора для пола. С щебнем мешаю. Вот так вот прошел у меня сегодня день. Устал я, потому что давно же не работал. Так что подписывайтесь на канал. Мы продолжаем наши работы по дому. Воскресенье вечер. Я устал очень сильно. Ничего не снимал, что делал сегодня, потому что надо было спешить, надо было выработать весь цемент. Ничего не оставалось, потому что влажность повышена, цемент пропадет. Ну, эти все мешки, которые у меня были, я справился, я их выработал. Что за сегодня я сделал? Это вот залил вот эту площадочку, еще часть, и доштукатурил ту стену. Ну, теперь дальнейшие планы — это заливать дальше пол для того, чтобы освободить вот этот угол от мешков с песком. В общем, друзья, я с вами прощаюсь. Встретимся в следующих видео. Кому понравилось, жмем палец вверх. И кто не подписался, тот пусть подписывается. Ждите следующие видео. Всем пока.